Ассаламу алейкум. Всем привет, мои дорогие. Сегодня у нас к чаю булочки с вареной сгущенкой. Для теста нам надо стакан сахара, литр воды, дрожжи, одно яйцо и половину стакана масла, растительного масла. На все это мы взмешиваем вместе и добавляем туда муку. Тесто у нас должно получиться вот таким, мягким. Мы ее убираем в теплое место, закрываем пищевой пленкой и убираем на 2 часа. Посмотрите, девочки, какие получились воздушные и мягкие булочки. А на начинку вы можете использовать и варенье, и творог, и все, что вы захотите. Оставайтесь со мной и увидите новые рецепты нашего канала. Всем пока!